Жители столицы Самотлора собрали новогодние подарки для маленьких жителей Донбасса. В Югре проходит благотворительная акция «Нижневартовск. Детям Донбасса». Ее организовали Совет отцов Нижневартовска и региональная общественная организация «Центр поддержки семьи». К благому делу присоединилась и православная община. Участниками акции стали прихожане храмов нескольких городов округа. Подарки, которые приготовили югорчане для детей из Луганской и Донецкой народных республик, это не только сладости и игрушки, но и что необходимо сейчас детям регионов, развивающие игры, книги, одежда. Гуманитарная помощь поступит в 52 образовательных организации Донбасса. Это детские сады и школы нескольких населенных пунктов, а также семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего собрано порядка 3 тонн новогодних подарков. Православные приходы Ханты-Мансийской епархии, в частности Нижневартовского городского благочиния, а это храмы города Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса, Покачей, постоянно являются либо организаторами, либо участниками подобных социальных благотворительных акций. И когда к нам обратились люди и сказали, что мы собираем подарки для детей Донбасса, мы, конечно же, с радостью согласились на участие. На Донбассе ждут, мы на связи с утра. Мы уже простроили маршрут, предупредили всех, что мы приедем. От нас, от Нижневартовска, поедут сопровождающие. Поэтому мы не только передадим из рук в руки, мы еще обнимемся и в объятиях будем передавать им всякие силы, чтобы только все выстояли и победили поскорее.